Добрый день, дорогие мои друзья! Вы на канале «Мои домашние хлопоты». Я недавно готовила зразы. Как их приготовить, вы можете увидеть у меня на канале в отдельном видео. И у меня осталась начинка. Вот такая вот начинка. Грибная с луком и морковкой. И я решила, что не пропадать же добру. Нужно пожарить картошку с грибами. Вкуснятина! Вы любите? Я очень люблю картошку с грибами. Ну, давайте приступим, пожарим картошку. Самую вкусную на свете картошку с грибами. Для приготовления жареной картошки я уже почистила вот несколько картофелин. Я заранее предупреждаю всегда, что я не профессиональный кулинар, не профессиональный повар. Я просто мама и бабушка, которая кормит свою семью. И поэтому я рассказываю вам о том, что готовлю я. И поэтому канал мой называется «Мои домашние хлопоты». И здесь мы не только готовим еду. Здесь мы занимаемся всякой домашней работой. Так, мы с вами нарезали картошку с соломкой, так как получилось. И сейчас будем жарить картошку. Я взяла ту же самую сковородку, в которой жарилась у меня вот эта начинка. Очень жалко было ее мыть, потому как здесь остался вот этот прекрасный грибной запах. И вот в эту сковородку я немножко долью маслица. Проколю ее. И потом положу туда грибы. Ой, господи, опять оговорилась. И потом положу туда картошку. Сковородка у нас прокалилась. И сейчас я кладу сюда картошку. Сейчас вам покажу, чтобы вам лучше было видно. Вот так жарится моя картошечка. Сначала с одной стороны для появления золотистой корочки, а потом с другой. Конечно, ее нужно посолить.
Вот так вот жарится наша картошечка. Красивая, румяная, аппетитная. Сейчас я ее перемешаю. Вот какая уже получается красота. Я не буду ее ужаривать очень сильно. Корочка красивая получилась. И сейчас я добавлю в нее наши грибы. Перемешаю все это с нашей картошечкой. Уже красиво, правда? Красота необыкновенная. Теперь мы эту необыкновенную красоту закроем крышечкой и оставим немножко протушиться, при этом убавив газ. Но мы с вами немного подождем. Пожарилась наша с вами картошечка. Посмотрите, какая красивая она получилась. Вкуснятина необыкновенная. Осталось продегустировать. Я переложила все это в тарелочку и сейчас пойду пробовать. Вот такая вкусная, аппетитная, красивая картошечка у меня получилась. Приятного аппетита всем, кто это делал со мной. Ну, а тот, кто со мной не делал, повторите. И я вам тоже желаю приятного аппетита.